Капец просто. Как так-то? Всем привет, друзья! С вами снова Дертуэр. Мы играем в спор, и сейчас будет эпичная битва. Потому что я сейчас вызову подмогу, и мы наколотим этим агрессивно настроенным ребятам. Идите ко мне, мои воины! Опс. Где мои воины? Ну, отлично, конечно, да. Ну вот. Все просрал. Сорян. Так, ладно, друзья, продолжаем. Шутки в сторону. Смотрите, какой офигенный чувачок. Прямо такой он симпатичный, похож на слоника. Что он делает? Он танцует, у нас нет таких танцев. А, во-во-во. Попробуем сейчас их охмурить, подружиться. Хотя на самом деле так-то надо... Надо бы все-таки... Как это называется? Уничтожить кого-нибудь? Ну, мы пытались, да? Не получилось. Короче, ладно, не получится у меня без новых ног. Так что прикрутим ноги и продолжим. Ну вот, друзья, прикрутили ножки, ручки. Бивни сделали нормальные. Антенки появились. И такая фиговина в башке. Она прибавляет здоровье, так что я решил, что не помешает нам такая штуковина. Кстати говоря, можно кого-нибудь еще одного в команду взять. И офигенно. Блин, у нас открылся новый рот. Алло. Так, все, теперь нас трое, да, вместе со мной. Прикольненько. В принципе, можно сейчас попробовать нападать кому-нибудь. 32, но втроем, я думаю, мы справимся. Давайте попробуем это сделать. Выглядят они глаза хлоп. Выглядят они как-то сонно. Ладно, погнали. О! Все, ну-ка, сейчас, может, подмога сработает. Давай, подмога. Такая музыка эпичная, ну. Ну, сработало. Это что это? Это что за кузнечики? Масенькие. Капец. Так, ладно. В принципе, главное эффект. У нас есть вожак, да, есть. Сейчас его размотаем. Да уйди ты! Вот так вот. Опс. Секундочку, ребят. Так, друзья, прошу прощения. Важный звонок. Ну давай уже разматывайся. О! О! Во! Все! Вот так и должно было. Ну, конечно, вот эти вот маленькие кузнечики, прилетевшие мне на помощь. Конечно, да. Но, главное, эффект, еще раз повторюсь. И слава богу. Не размотав их, я бы немножко огорчился. Так, похавать. Покушать, чтобы у нас... О, смотрите, какие гориллы, как будто бы. Земляник. 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 В принципе, можно с ним подружиться, а чё бы нет. Ну-ка, иди сюда. Поёт. О, нормально. О, танцулькин. Давай, танцулькин. Все супер. Слушай, а можешь ты ко мне в отряд хочешь? Нет? Нельзя? Пока что нельзя, надо всех охмурить. И, в принципе, сейчас это сделаем. Помощь там ходит? Ходит. Интересно, он долго за мной будет ходить? Чё это он? Чё это они злятся? Ладно, давай. О! Танцулькин, танцулькин. 2 на 2, нормально, в принципе. Сейчас его... И потом детёныша тогда.
можно быстрее. Будет круто. Ну давай уже. Все, замечательно. Иди сюда. Давай быстренько. Блин, их трое. Не, нам не вывести. Они еще танцуют круче, по-моему. Надо бы еще одного. Блин, такая ситуевина. Не очень. Блин, как бы тебя... Как бы тебя так... Отвести бы в сторону. Ну-ка, давай, пойдем. А. Ну, видите, не получается. Вон там один, может, с ним получится. Господи, как мы медленно ходим, это капец. Давай. Кого ты зовешь? Никто не придет. Давай. Чё, как они танцевать-то любят, ёлки-палки. Да, у него, походу, ноги. Ноги круче, поэтому он танцует круче. Мы вдвоем еле-еле можем. Чуть-чуть лучше его. Ну, это же жестко же. Так. В принципе, нормально. Ой, я слышу что-то. Какой-то звук. Будто что-то летит. Что летит? Непонятно. А, во! Во! Нифига себе. А что-то рухнуло, короче. А, метеоритный дождь. Нет, нет. Блин, мне нельзя выше сделать. Ну да, метеоритный дождь, действительно. Опасненько. А, ну все, закончился. Ну ладно, могло бы быть и хуже. Блин, какие-то все негативно настроенные. Мне так не нравится это. Вообще не круто ни разу. Так, давай что ли, иди ко мне в команду, а то как-то стрёмно. Откуда яйца берутся? Пойдемте. Это что такое в земле, в воздухе яйцо висело, упало. Забавно. Давайте покушаем что ли, перекусим малька. Так, монстродук. Ух, какая... Зверюга. Блин, а чем бы... Я вот не знаю, атаковать или... Да, надо атаковать. Чтобы удержать нейтралитет, в принципе, можно и атаковать. Они вроде не шибко злые. Хотя выглядят, конечно, угрожающе. Ладно. Давай. Иди сюда. Блин, я весь этот... Весь отряд идет ко мне. Точнее, на выручку. Это кто такое вообще? Сбоку, блин. Давай хотя бы вожака уработаем. Есть. Успею я подхилиться. Блин, что-то все накинулись на меня. А, моего чувака убили. Черт возьми. Блин, я между двух огней оказался. Арр. Это кто такой? Тихо. Спасите, помогите. Черт возьми. Ну ладно. Да. В общем-то, друзья, решил я сменить стратегию. Сейчас, короче, будем пытаться подружиться с кем сможем, поднакопить очечков и купить всякие плюшки для нашего, для нашей расы, что ли. Не знаю. В общем-то, игра, черт возьми, нестабильна, жестко. Вы видели, наверное, глюк, не знаю, там, в самом начале, по-моему, этой серии я планировал сделать. Вот. О, я один. А, так мало того, еще
еще я записывал минут 10, короче, даже, ну, как это получается, эволюционировал. И после очередного убийства у меня просто все зависло, и запись, короче, запоролась, и сохранения тоже запоролись, и все запоролось. Короче, ужас. Надеюсь, такого не повторится, потому что если это будет часто, это на самом деле утомляет. В общем, сейчас братву соберем и пойдем. Блин, детеныш. Чё не детеныш это? Почему я этого не могу? Эй, браток. Ну, серьезно, почему? Ну-ка, кто-то смотрит. Звездное небо. Блин, надо кого-то еще. Ну давайте, детеныша, ладно уж. Танцулькин. Погнали. Сейчас по-быстренькому подзаработаем. Уже апгрейдим и станем крутыми чуваками, которые смогут дать отпор всем и вся. Ну, по крайней мере, большему количеству живущих здесь. Давай, бегу, Дойд. Где мои-то? Вон, идут тоже. О, ничего. Певцы-то. Нормально. Такой звук забавный издает. Та-дам! Вон тут вот. Блин, не то нажал, ладно. И так сойдет. Так, бегу, дает вожак, давай. Хорошо, в принципе, детеныш что справляется. Я думал, что из-за него будут проблемы. Но нет. А, певцы, блин. Блин, похоже, не получается. Где-то там. Ну, давай, давай, немножко, ну. Есть. Так, ну тогда давай, малыш. Чтоб побыстрее. Так. Короче, сейчас буду, блин, сохранять игру после каждого. Блин, что я завис. После каждого выполнения. Не знаю, как назвать. Ну, короче, когда будут дружить или уничтожать кого-нибудь, сразу буду сохраняться, потому что, блин, если будет так реально вылетать, то будет плохо, очень плохо. Заяц. Вот птица-говорун. Почему птица-говорун ее? Я не понимаю. Давай. О, он один еще. Сейчас быстренько. Его. Ой, я не то нажал. Пофиг, в принципе. Чё-то... Да я понял, да. Не то. Надо вот, вот это вот надо было. Блин, такое может быть, что тут нету третьего, и нам не удастся подружиться с ними. Бывает так в крайне редких случаях. Будет достаточно досадно, да. Ну ладно. Давай. Ну давай скорее. Блин, их в натуре походу двое. О-о-о. Чё, мозг вырос? Да. Как он? Быстро, круто, круто. Это очень радует. А еще бы вот радовало меня, если бы заяц еще один был. Но, похоже, где-то что-то он потерялся, потерялся. Что странно. Вроде те ребята не агрессивные. Куда делся еще один заяц? Черт возьми. Нет, с этими нам не подружиться. Слишком они уж развиты. Они нас не поймут. Блин. Высад? То, что зайца-то нету. Чё ты? Чё ты? Блин. 405 очков. Ну, давайте, в принципе.
Сейчас эволюционируем. Раз уж так все вышло. О, глаза, кстати, прикольно. Нет, глаз я пока не буду продавать, потому что что-то мне вот эти глаза не очень нравятся. О. А вот это ничего так. Просто эти только были. Пустоглаз. Ха. Да. Ну, все, в принципе, можно этот продать. Так, что нам нужно? Нам нужно рот вот этот вот. Так, укус 1, пение 4. Нет, все-таки хлебальник. Все-таки, наверное... Блин, а здесь вот и укус, и пение 3. Просто за здоровье мне отвечает эта штуковина. Даже если я этот поставлю, здоровье не прибавится, да. Так, подумаем. Тут, блин, пение 4. Тоже так-то круто. Ну-ка. Блин, сразу внешний вид меняется, мне не нравится. О, кстати, я совсем забыл про то, что мы ядом можем плеваться, и у нас есть такая фигулька. А, поставим клюв. Хочется мне клюв. Очень хочется клюв, так что ладно. Глаза есть. Так, руки, мышц. А давайте поставим мышц. Ничего не дает, зато просто по-современней, что ли, выглядит. Или вот этот поставить. Мага-рук. Мага-рук. Не, что-то мне не нравится. Ставим эти. Такие бицухи. Все. Так, еще хочу ему придать немного гуманоидно-видный вид. Что-то какую-то фигню сказал. Гуманоидный вид. Чтобы он как-то посолиднее смотрелся. О. Так, руки поправим руки. Во, классно. Так, какие у нас были? По-моему, вот эти. Да, эти. Кисти. Такие маленькие кисти по сравнению с руками. Забавно. Вот так вот. И... Прилепень. Что-то как-то ужасно вообще. Почему, блин, нету чего-нибудь получше? Взять, что ли, их пока что? Потом сменим. Давайте поставим пока что. Ужасная штуковина. Не знаю, меня вот всего передергивает. От вида этой шняги. Пускай будут. Хотя... Удар с разбега дает. Да, пускай будет. Бегать побыстрее, потом откроется что-нибудь. И нормально. Так, эту выкидываем. Продолжаем хвост. Просто у меня уже есть план такой крутой. Ставим вот эту штуковину. И делаем из нее крюк. Вот так вот. Все. Вот это мне нравится вообще. Прям будем атаковать этим крюком. С раскруточкой. Так, ну что, в целом неплохо. Единственное, что... Неплохо бы плевок увеличить, да, в принципе, можно. У нас, по-моему, первого уровня, да. Можно сделать второго. Так, нет, здесь мы не будем делать плевок. А, мы можем бивни убрать, кстати. И сделать плевок, не знаю, ну... Опускай из рук, чё бы нет. Такой... Я сейчас с руками сделал, как Человек-паук, в общем-то. Ну, вы понимаете, наверное. О чем я? Только у него будет сверху. На кисти. В принципе, нормально, я думаю. Четвертый уровень удар, укус. Да, наверное, пойдет. Или все-таки рот поставить другой. Да, хватит, ладно. К
креветка, до сих пор у нас креветка. Я заметил, что ошибку допустил тогда. Ноги ужасные, блин. Имею в виду ступни. Да. Ладно, откроется потом. Поменяем. Так. Ну что, надо испытать. Ничего. Электровеник, блин. Давайте тогда подружимся. Стоять. Давай, давай с нами, пацан. Ну? Или чё, или он уже с нами? Что-то я не пойму. Что-то в натуре я не понимаю. А, вот этот вот. Вот, теперь нас четверо в стае, это круто. Че, пойдемте, поддадим кому-нибудь, сохраниться надо. Да, обязательно. Отлично. Так. Конок, ну что? Пора тебе представить. Блин, толпа опять. Давайте позовем подмогу. О, боевые кузнечики мои. Да, на этот раз другие, но опять же похожи на кузнечиков. Блин, толпняк такой. Непонятно, кто чё, где, как. В натуре такие кузнечики. Хлопин. Чувак зовут Хлопин. Так, поедим, пока они там разбираются, чё к чему. Ну-ка, тихо. Бам. Просто размотали, как нефиг делать. Сколько осталось? Что-то достаточно осталось. Сейчас это будет пятый из семи. Как-то не сказать, что легко и просто было. Слышь, Василий. Блин, со всех сторон. Так-то опасно, опасно. Или сможем двоих все-таки размотать. Давай. Еще немножко. Есть. И давай этого. Так. Оп. Сейчас. Вот давай, только. Главное, чтобы эти тут сюда не пришли. Сколько у меня? 20 хп. Нормально. Давай. Немножко осталось, ну. Давай. Есть. Все, вынесли мы. Братков этих красных. А, я даже не помню, как их звали. Ну и ладно. Ну, ничего так, в принципе. Атакуем. Несмотря на наш все-таки упор на дружественные действия, мы неплохо идем. Да, вполне себе. Так что на этой неплохой ноте, думаю, ребят, закончим. Еще раз повторюсь, мы играли в спор. Развивались, мы уже вышли на сушу. Нас ждет много приключений еще. Спасибо, что смотрели. С вами был Дертуэр. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте лайк, если нравится. Всем удачи. Всем пока.